Доброе утро, друзья. Без 15:07. Дима сам без будильника встал на рыбалку. Поехал я. А Валентина остается дома. Обычно мы всегда вместе ездим, но сегодня к ней брат едет и хочет насобирать грибов. Так что Дима на рыбалку, Валя за грибами. Нормальная семейка такая. Какой туман стоит, да? Сейчас выйдем на поле. Мне кажется, будут стоять у нас косули. Побежали. А грибы скоро пойдут. Туман такой, что ничего не видно. Когда едешь на рыбалку, тебе все говорит о ней, даже наклейки на машине. Что, едем на рыбалку? А мы поймаем? Если будем ловить, то поймаем. Если не поймает тот, кто не ловит. Наши живцы. Так, перед тем, как нам начать джиговать, троллинговать, мы поставим кружки. Пока мы будем рыбачить, наши карасики будут нам тоже рыбачить. Первый. Все, десятый кружок. Друзья, пишем в комментариях, поймаем мы на кружки что-нибудь сегодня или нет. Мне вот саму интересно. Мне кажется, ну одну щуку мы должны поймать на кружки. А остальное мы должны поймать так. Йор? Все? Ловите караси больших щук. Шел первый час рыбалки. Рыбы ноль. Но мы видели около 20 рыбаков, таких как мы. Лучше бы настолько рыб было, да? В основном все рыбаки джигуют. Почти никто не дрейфует, да, Юр? Ну, пару человек плавает, а все остальное заброс. Может, нам заброс кровь? Ну, сейчас прокатимся кружочек, постоим под полой. И многие на железную блесну почему-то ловят. Потому что солнце сегодня. Так, к
кружок вокруг озера сделали, вернулись назад к своим кружкам. Проверяем кружки. Ни один не взорван. Нигде щуки нет. Пока что. Проверили 5. Сейчас подплывем к остальным 5. Так, у нас перевернут кружок. Или волной перевернуло, или щука там. Нет, что-то маленькое трепыхается, скорее всего у нас будет первая рыбка. Ну-ка. Опа, что-то такое мелкое, может это карась? О! Щучка. Завела шкусты. О, какая первая щучка у нас. Вообще маленькая, карандашик. Ох, карася как потрепала. Карась, можно сказать, все дохнет. И куда это вы залезли, а? Повыше. Сейчас на дом залезут. Не выпустим мы ее. Аж в желудок карася хотела съесть. Ладно, придется забрать такую козявку с собой. Повис. А мы лезть не можем. О. Сматывай, давай перекусим. Одну щуку поймали, можем перекусить. Я Юре говорю, рыба не клюет, надо переехать. Юра ждет, пока клюет.
Я здесь первый и последний раз. А если наловим? Уже не наловим. За 3 часа вот такую щучку. Больше не наловим. Гости к нам едут. Щалочка. Щалка. Привет. И что вы там так долго вылазите? Привет. Показывайте еду для собак. Собаки объедятся. Ложечки, они даже не гавкают, да? Давай. Уже чувствуют мясо. Я вам там вывалил, что он. Стало, да? Скажи, все видеть стало. Все, вот это Булькина будка. Она уже от нее не отойдет. А, слушай, грушу тут передали. А, мамка. Наташа нарвала. Спасибо. Ого, спасибо. Мне пчеловод тоже угостил вкусными. Идем в лес. Выпустим Дика. Дик, идем гулять. В лес идем. Все, идем в лес. Под зеленки, да? Угу. Ого. Ничего себе, точно под зеленки. Угу. Уже такие, знаешь, не маленькие. Угу. И все целые. Вот еще одна. Угу. О! Большой, да? Угу. Булька. Аккуратно. Ох, какой кабан. И целый. О, и целый. Вообще, угу. Пацанка. Где? Дик с нами гуляет по лесу. Да, Дикушка? Дик. Ползаем. Много лисичек. А вот на солнышке лежит змея. Настоящая змеюка. О, какая большая. Живая? Да, лежит на солнышке. Угу. Комочек. О, как она двигается, как слышит, что ты идешь. Мы тут, иди змею покажу. Главное, чтобы Булька сюда не подбежала. Она отдыхает, она когда охотится, не в клубок собирается. Когда охотится, не в клубок? По-прежнему мы ничего не поймали ни на воблер, ни на резину. Но вот смотрим сейчас сдалека. Наш один кружок далеко от всех остальных. Плавает примерно в 30 метрах там, где мы его ставили. А раз он плавает, вот он, в 30 метрах, не в общей
линии. Значит, там есть щука, друзья, есть щука. Юр, по-любому есть щука? Я думаю, должна. Я гарантию даю. Потому что, ну, не может так далеко от всех он стоять. Тот аж метров 30 его протянул сюда. Ой, как не терпится поймать, что-нибудь достать хоть сегодня. Мне очень хочется. Да. Вообще очень легко идет. О, есть, 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 килограммовая. Давай, вот такая вот. Есть, друзья, есть щука у нас. Первая стоящая щука на сегодня. Наконец-то. Наконец-то. Жалко только, что у нас все на живца идет сегодня. На килограммчик. Ну да. Так, закидываем на нового карасика опять. Так, настроение немножко поднимается. Уже не в ноль съесть. Уже хоть одна щучка, это уже хорошо. Не знаю, поймаем мы еще или нет. Но плюс еще, что потеплело. Масленок. Нет, поляк. Разве стыкает он? Нет, он от дождя такой. Скользкий. Видишь, вот сейчас будет синеть снизу. Вот, видишь, пальцами взял. Еще один перевернутый. Тоже есть. Такая на полкило. Не кило, опять килошечка. Я ее так хочу. Слушай, на живца пошло, пошла движуха на живца. Кайф. Смотрите, как она его разбомбила. О, хорошо оставила с ним. Так, достаем, чтобы лодку не замарать. На резину не клюет, хоть на живцов наловим рыбы. Пошла брать. Все легко и просто. Да, рыба не дура, ее не обмануть. Хочет живого карасика, а не резинового. Лови карасик покрупнее что-нибудь. Нам килограммовые надоели, мы хотим двухкилограммовую. Угу, беленький. Угу. Целый, да? Угу. Много, да. Ой, сколько лисичек. Класс. Угу. Я уже боюсь. Очень много змей, да, сегодня. Вот такие опята. Это опята, да? Да. Собирай их, собирай. Но они должны быть с юбочкой. Я не знаю, вот есть юбочка, да, по-моему? Но я боюсь, я не знаю точно. Не надо. Да. Но это опята однозначно. Только не знаю, ли они съедобные. Это вкусно. Закатывает. Это бабка. Угу. Это бабка. Дима, рыба. Ну прям. Это первая рыба, которая у нас будет на спиннинг. О. Точно рыба. Сам достанешь без? Ну, такая, на грамм 700.
Вот, несколько белых мы нашли, под зеленок, но в основном лисички. Идем дальше. В данный момент я знаю, что Валентин у нас в лесу с братом. Вот интересно, кто больше поймает, мы рыбы или она больше грибов найдем? Вообще сейчас 14 часов. Считай, мы с утра поймали 3 щуки на живца и 1 щуку на воблер. Вот сейчас ловим на съедобную резину, ни одной поклевки не было. Юр, будем до скольки сегодня? Ну, еще часик, пару часиков побудем. Хочется поймать что-нибудь вот так, поиграться, посражаться. На жерлице, на эти, на кружке не сильно. Ну, интересно, конечно, но на спиннинг интереснее. На спиннинг ничего не поймаю еще. Ребята. А, змея укусила! Хороший. Хоть поела чуть-чуть. Целый? Ну, целый польский, да, сегодня? Дима, рыба опять? Ты заколебал. А что это за рыба такая? Шишка, ничего такая. А, точно. А, видишь, она у тебя с водорослями идет. Но... Не, можешь без этого поднять, там она грамм 800. Такая стандартная. Юр, что-то ты везет тебе, я еще ни одной не поймал. На удочку я имею в виду. Пятая? Юр, ты обещал 5-килограммовую, ничего не знаю. Вот 5 по одному. Обедаем и опять в путь. Итого, 3 часа дня, 5 мелких щук. Смотрите, друзья, на чем люди плавают. На плоту. Двухэтажный плот с мотором, все. Удочка коротенькая. Получается, леща ловит прям из-под... Вот, а, там две кровати. Один спит человек, ребенок подает червяки. Удочка короткая, ловят прямо из-под этого, из-под плота. Вот такое, друзья, большое здесь озеро. Две бабки возле пенька. А, ага, вижу. Где? Ну вот. Ну, маленький. Он такой вонючий-вонючий. Гони еще. Два. Большая такая, да. Ужасно. Это же пятая. Пятая сегодня, да. Все, друзья, рыбалка закончена. Собираем кружки и едем домой. Какой вывод можно сделать сегодняшней рыбалки? Что на незнакомом озере очень поймать сложно рыбу.
начала клевать в 10 утра, то есть сейчас осень, она рано утром не клюет, только когда прогреется вода. К 10 мы только поняли, что клюет у нас не на резину, а клюет на живца. Клюет на 2-метровой глубине. А мы все это время плавали на 8-метровой, на 9, на 10, то есть мы искали рыбу на глубине. Потом, посоветовавшись еще с другими рыбаками и местными, посмотрели, что все ловят ее возле берега. То есть вода, температура воды сверху 13 градусов, температура воды снизу, то есть на дне, примерно сейчас примерно плюс 5. И поэтому вся щука стоит на глубине 2 метра, но возле берега 2 метра ее поймать невозможно, потому что водоросли. На глубине она, там где 10 метров, она все равно стоит под верхом. Ну, для первого раза, я думаю, мы нормально отловились. Если бы мы вот еще на завтра остались, то уже было бы не 5 щук, а все 10. Правда, Юра? Конечно. Я думаю, так и исследовали, пока поняли, где стоит рыба. И поняли, что она не на глубине, а на мелкоте. А на мелкоте на джиг тоже не взять, потому что он идет по дну. И поэтому мы уже потом, уже когда поняли, то на мелкоте начали ее ловить на воблер. И тогда только поймали. Вот такое вот это озеро Любань в сентябре. Неужели будет шестая щука, а? Юра, что-то есть. О, щучка. Щучка шестая попалась. Сюда красавица наша. Шесть так шесть. Мы были и на 5 согласны. Остатки снимаешь? Да. Пьем чай. Ну все. Пока, всем, пока. Всем пока. Пока. Удочки сложены, кружки сложены. Все, едем домой. Пока доедем домой, там уже и вечер будет. Люди собираются, у них вообще по нулям. То они вообще удивлялись, где мы взяли 6 щук. Косяки какие летят больше. О, ну вы дали сегодня.
стенку. Это что, получается, было 9 рядов, а вы прибавили еще 6? Валентина? За один день. 6 рядов за один день? Ну вы даете. Ну что, грибы есть? Очень слабо. Одни лисички. Но змей... Вы, конечно, дали 7 рядов за день. Кошек не набрала? Кошек будет, но только одни лисички. Слышь, получается, у меня рыбы мало, у тебя лисичек мало. Ну, все равно же проживем как-то. Ну да. Ну все, друзья, всем пока. Вот такой вот денечек. Грибной, грибно-рыбный и еще даже немножко барбекюшный. До свидания. Пока-пока. Пока.